Доброе утро, ребята. Пора просыпаться. Уже 7:30, нужно вставать. Пора в школу. Так что пойдемте. Будить Артура, чистить зубы и завтракать. Ой, как не хочется. Но надо. Ой. Артуся, 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 просыпайся, 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 просыпайся. Давай, уже в школку пора. Пошли зубки чистить, завтракать. Котеночек, давай. Доброе утро, ребята. Доброе утречко. Пошли зубки чистить. Пошли. Ты чего завтракать будешь? Я буду завтракать. Овсянку будешь? Да. Хотелось бы. Овсяночку? С медиком. Ну давай, я пошла делать овсяночку, а ты иди зубы чисти. Хорошо. Давай, пошли, пошли. Приятного аппетита. Спасибо большое. Молочка будешь? А, да, пожалуйста. Так, а маме нужен кофе обязательно. Без кофе я не функционирую. И можно бежать в школу. Так. Артур, ты покушал уже? Ну, да. Пойдем собираться. Угу. Чудесная, чудесная прическа. Спасибо. Торчит все сзади. Вот, мы уже в машине, едем в школу, сейчас 8 часов утра, нет, 8:30, солнце уже вовсю светит. Мы уже подъехали к школе, приехали на 5 минуточек раньше. Сегодня Артур, как и каждый понедельник, вторник, четверг и пятница, мы идем, я иду в столовую. На французском называется кантина. И у нас осталось 5 минут, так что мы хотим вам рассказать правила про столовый, ответить на вопросы, комментарии, которые у нас были на прошлом видео. Да, расскажи немножко про... Так как я не могу зайти внутрь, показать, как выглядит столовая, и что вы там кушаете, какое у вас меню. Хотя меню, по-моему, висит на дверях в школу. Не знаешь? Мне кажется, надо пойти проверить, по-моему, потому что я видела, в прошлой школе точно у них висело меню, как то, что на всю неделю, что они кушают. Но Артур может, так как он там питается, он может рассказать нам, чем кормят во французской школе в столовке. Но... На прошлой неделе, помнишь, и примерно... Что было в понедельник? В понедельник, например, у нас было один салат с чеддером и... Сыром, да? Сыром, чеддером и помидорами. Это было только антре. А потом обычная еда, это было рис с чили и мясом. И потом на десерт это был шоколадный пирог. Вкусненько было. Очень вкусненько. А потом на следующий день мы ели маленькие... Это во вторник, да? Мы ели маленькие картошечки, такие порезанные на кубики, как, ну, как с фритами. Жареная картошка. Да, как с жареной картошкой. А на антре что было? На антре было...
я думаю, там яйца. Вот, а после картошки жареной с курицей у нас был на десерт яблочный пирог. Вот. Вкусненько. А по средам нету столовой. Нет, ты не остаешься. Учеба вообще до 11:45 в среду сейчас, да? Ну да. А ну, можно оставить детей там, остаться в перескулярную на продленку. Вот. Но это платно. Ну и ты, в принципе, никогда не остаешься. Я тебя всегда забираю, правильно? Да. Давай расскажем, в четверг, помнишь? Просто составим такое примерное меню на неделю. В четверг примерно, помнишь, чего вкусненькое давали? Или невкусненькое? Не, но в четверг это было как-то не очень вкусненькое. Не очень? Там были горошки, такие расквашенные, с мясом, с сосисками такими. И потом, ну, был опять шоколадный пирог, то, что вкусно было. Артур не очень любит горох у нас, да? А нам при этом был какой-то салат, салат с огурцами и таким соусом. Вот. По пятницам, я знаю, всегда рыба. Да. По пятница здесь это рыбный день. Да, пятница это рыбный день во Франции. Вот. Ну так поэтому. Вот я знать столовую не могу, потому что в прошлой пятнице я был на лыжах, и я не ходил в столовую. Да, сейчас по пятницам. У вас лыжи, ездите в горы, нужно брать с собой из дома маленький пикничок. Да. И вы обедаете там, в горах. Угу. Вот. Но обычно в пятницу это рыба, да? Да, рыба. Другие пятницы, когда нет у вас спорта. Рыба и какие-то, ну и овощи какие-то, всегда так. Ну, по-моему, неплохо. Ну да. Довольно вкусненько. А есть еще какие-то правила у вас в столовке? Ну, например, когда там праздники разные, то, что я не думаю, что только во Франции, что есть там вещи намного вкуснее. Ну, или там какие-то важные моменты. Например, когда возвращаешься в школу после каникул, первый день школы, опять возвращаешься, и тут тебе дают такое вкусненькое. Устраивают праздничный обед, да? Да. Вот. Ну, это делать довольно часто, и... Это хорошо. Это просто здорово. Да. Ну что, у нас осталось 5 минут? Да, у нас осталось 5 минут. Надо мне уже идти в школу. Побежали? Побежали. Так, вот школьное меню. Это получается понедельник, вторник, четверг, пятница. И у нас вот, Артур, расскажи. Антре в понедельник, томаты. Это помидоры, потом, ну и еще есть куржеты. Можно выбор есть, да? Потом есть чили кон карне с белым рисом, камамбер это... Ну, это одна десерт, десерт это, сыр, да? Да, и компот. Если нет, можно выбрать коктейль фруктов. Ну, я думаю, остальное можно так перевести. Потому что мы опоздаем в школу. Так что давай. Всем пока. Давай, до вечера. Тём, звонок уже. Беги. Так вот, снова я и мое утреннее лицо. Что Артур уже в школе, поэтому можно отправляться домой. Сначала заеду в магазин. Мне нужно купить буквально несколько овощей на салатик, огурчик, помидорчик, авокадо и, не знаю, айсберг, наверное, что за такое, и хлебушка.
Так что поеду, заеду в Леклерк, наверное. Потому что там продается мой любимый хлебушек. А во всех остальных магазах нету. Вот тут вот продаются разные всякие хлебушки. Вот этот я обычно покупаю. Мне кажется, он немного похож, но этот не ржаной. Мне кажется. Вот такой хлебушек. Так, что я его положила на место. Ну и как обычно, здесь огромный выбор багетов всевозможных. Цены разные, по-моему, от 90 копеек до 3. Вот такая большая хлебина стоит 3 евро. Всякие вкусняшки, пирожки, тортики. Вот этот мой любимый с разными фруктами 5 евро стоит. Так, ну мы на это смотреть не будем, мы пойдем за овощами. Купила немножко яблочек. Нужно взвесить. Яблоки. Где наши яблоки? Вот они. На евро 20. Вот такой вот у нас шикарный вид на выходе из Леклерка. Заснеженные горы. Парковка, и там противные звуки, потому что уже второй месяц идут ремонтные работы, готовятся к сезону, как я уже говорила, увеличивают магазин, расширяют его. Но вид заснеженных гор никогда не может надоесть. Красота. Я такого снега здесь еще ни разу не видела. Какие хлопья огромные. Просто. Очень красиво. Не знаю, если это нормально. В марте на юге Франции такой снегопад. Но выглядит это, по крайней мере, очень красиво. Иди, Таня. Смотри, на тебя снег нападал. Прикольно. Тоже, наверное, никогда снега в жизни не видела. Обалдеть, такие воздушные хлопья. Возможно, для кого-то это вообще не удивительно. Но здесь это вполне довольно большая редкость. А тем более, такие огромные хлопья. И даже немного остается на крышах. А самое интересное, что буквально только что я зашла, буквально полчаса назад, и была на улице, и было плюс 15. Погода изменилась буквально за полчаса-час. И сейчас довольно холодно, и снег немножко остается на крышах, и хлопья валят, и не прекращаются. Возможно, это с гор снег. Не знаю. Красота какая. Очень здорово.